ближе к рингу. Сейчас продолжаем наши супер тяжелые бои. Это будет главный бой. Главный бой, мне сказали. Хорошо. Все готовы. Главный бой вечера. Кстати, скажу, тот человек, который первый раз участвовал в стрелке, умотал сразу троих здесь. Нон-стопом. Ну, это двоих, я знаю. Я просто посмотрел, что ты там был, ты видел. Все, конечно, двоих. Пришел болеть, значит. Хорошо, друзья. Мозырев Артем Витальевич. Две победы на первой стрелке погоняла мама! Запрыгивай. Такое ощущение, ты никуда и не уходил. Ну как твое настроение сегодня? Нормально. Готов? Соперника видел? Как, парень? Во, ну, я думаю... Будешь драться? Не будешь драться. Ну, а надо. Это стрелка, коль пришел, так дерись. Готов? Ну, я желаю тебе тоже удачи. Итак, Прыгников Денис погоняла бандит! Аплодисменты! Представитель тоже погранойск, если я не ошибаюсь, и клуба SLT. Аплодисменты! Бандит! Вот это масса! Кстати, на него смотрел со входа, думал, будет драться. Да, будет драться. Стойте, девочки, красиво стойте, потому что бандит. Ну как настроение, готов? Будем потом разговаривать, наверное, да? Не будем мешать, выпрыгивай отсюда, затопчет. Давай. Ну вот. Бой вечера, друзья. Стрелка. Могилев. Давайте еще раз поддержим наших бойцов, Монах и Банди! Музыку! Ох, хорошо, друзья, я напоминаю, это бандиты и монах. Продолжаем работу. Друзья, поддержите бойцов! Это бой вечера! Это бандит, это монах. Здесь надо просто смотреть за красотой боя. Друзья, давайте аплодисменты мы поддержим. Да? Ради таких боев надо собираться. Не поливайте его сильно. Готов? Он наш собрался! Врача сюда! Сюда врача!
Врача! Врача! Врача! Друзья! Лежите, да. Друзья, поддержите аплодисментами. Это было очень сильно. Это было очень по-мужски. Это стрелка. Полежи. Все нормально. Спокойно ляг, полежи. Где ты находишься? Как зовут? Лежи. Все нормально. Хорошо. Сколько тебе лет? Уважаемые друзья, ждем объявлений. Он достоин аплодисментов. Но это был бой года, я хочу сказать. Аплодисменты! Денис, ты красавец, тебя вот любит зал, аплодисменты. Но победитель монах, а монах Алисуля! А, я думаю, будет скоро матч реванш, будет реванш, будет, будет! Вот так вот мы назначаем стрелку здесь. Все любители. Дайте подарки монаху, он хочет забрать все пиццы, все, наверное, пригласите. Но ему тоже сегодня хватило, наверное, да? Все отлично. Как себя чувствуешь? Все нормально?